Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Вера Курочка и Петр Шепель недовольны маленькой комнатой, в которой они поселились. Вера жалуется, что ей очень неуютно и мало места. Лиза Триандафилиди и Алексей Чайчиц объявили себя парой. Они заселились на виллу. Также Андрей Черкасов заселил Рому Капаклы к Марине Африкантовой. Андрей сказал, что у них взаимная симпатия, поэтому ребятам нужно сближаться. Андрей вместе с Кристиной Ослиной, а также с парой Марины и Ромы, ездили на отдых в столицу Виктория. Ребята публикуют снимки с отдыха. В последнее время пара Алексея Купина и Майи Донцовой очень много конфликтует с коллективом. Алексей нашел причину этого. Ребята просто нам завидуют, у нас отношения по сравнению с ними просто идеальные. Алексей и Майя отметили 3 месяца отношений. Они признаются в своих блогах в любви друг к другу. Вальтер Соломенцев в микроблоге поделился своим духовным опытом. «В 16 лет я впервые стал верующим человеком. Вера моя частенько слабела и даже пропадала, но проторенные тропы так и не заросли». Его пост собрал много комментариев. «Как может верующий человек пить как лошадь и бегать без трусов на всю страну? Какой же ты верующий, ты же своих детей бросил? Ужасно, что такие люди служат в храмах». Очень много откликов вызвало интервью Сергея Захарьяша сайту Дом-2. «Мне было бы скучно с 30-летней», — говорит он. «В этом возрасте уже любовь не нужна, как в 20 лет. По сути, после 30 вообще ничего женщине не нужно. Она становится самостоятельной и без мужчины может прожить». Захарьяш рад, что его девушке всего 20. Вика Романец снова носит помолвочное кольцо, которое ей подарил Антон Гусев. Романец оправдывается. «Всегда носила и буду носить на этом пальце драгоценности. Во-первых, это очень приятно. Во-вторых, исключает меня от случайных разговоров со слами в повседневной жизни». Молодой отец Валера Блюменкранц рассказал о проблемах Таты после родов. «У девушки до сих пор нет молока, и кормить малышку теперь придется смесью». Валера спросил у подписчиков совета по поводу того, какую же смесь ему покупать, чтобы она была без консервантов и прочих вредных добавок. Марина Мексика призналась, что недовольна результатом своей ринопластики. «Ничего не имею против Гайка Павловича, он очень хороший и добрый человек, но я так больше не могу. У меня кривой и толстый кончик носа, все это время я его фотошопила. В сентябре мне исправит форму носа другой врач. Надеюсь на вашу поддержку». Ольга Бузова приехала в родной город Санкт-Петербург. Она выступила на фестивале ВКонтакте. Поклонники заваливают девушку цветами, присылают даже из другого города. Бузова продолжает бить рекорды популярности. На ее инстаграм уже подписалось 10 миллионов человек. В день в среднем на нее подписывается от 2 до 5 тысяч. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.